Всем здорово, вы этого так долго ждали. В чате о реклама, ура, фрибете, как долго мы этого ждали. Так, ребята, это совершенно не связанные случайные стечения обстоятельств. Так, ребятки, денюжки из банка, даже не приколов. Занесли. Пирамида денег, блин! Я хочу из них что-то построить. Ой, блин! Это 10 тысяч рублей. Вот это все по 5 рублей. Боксик! Сейчас она у меня будет делать сосай-масай. Пок-пок-пок! Это что такое? Это деньги. Ну, ты специально не показываешь, да, сколько это? Тебе надо угадать, сколько это денег. Тысяча. Ну, бля, если бы тысяча было бы, конечно, смешно. Не, это 10 тысяч. Алло, алло. Нормально? Прикольно. Короче, я подумал, когда у меня будет ангар и когда я буду очень богат, я хочу построить себе маленький домик из денег. Температур просто на улице подходит, передает вот в таком пакете. Алло. Я построил мега-пирамиду из денег. Фух, ребята, вот, заработал с тура. Все это мне, денежки. Кайфовенько. Ёлый рот!